Всем привет, друзья! И посмотрите, у нас тут уже зима скоро, а утки купаются до сих пор. Им холода нипочем. У нас уже ночами минусовые температуры, что даже вода замерзает. И сейчас довольно-таки холодно, а уткам все равно, они купаются. И зимой будут купаться. Ну, правда, не будет возможности уже сюда набирать воды, потому что шланг будет замерзший. А вот пока еще все-таки есть возможность, пока еще набираем ими, они купаются. Вот мы вон там вот шланг, видите, протянули. И набираем воды. Вчера вот не получилось набрать, потому что было слишком холодно, и он замерз. Ой, солнышко выглянуло. И они тут прям плавают. Это такая глубокая яма. И мы туда набираем воды, и вон они, видите, кувыркаются там. Бывают, ныряют там, пытаются. Помните, я выкладывала видео коротенькое, как гуси здесь купались? Так вот сейчас они как похолодало, они здесь больше уже не купаются. Они раньше обожали просто, они только выбегали на улицу и сразу купаться туда. Не перебивайте, пожалуйста, гуси. А сейчас уже холодно, они уже не купаются. Гляньте, что-то мокрое, может, искупались даже сегодня. Сегодня то, что потеплее, ночью даже не было заморозков. А так, сколько раз мы их выгоняли, они подходили. Вот сколько раз мы их выпускали, гусей, они подходили, пили воду, но осмелиться искупаться нет. Мы их даже туда заталкивали, они выбегали сразу. Они боятся холодов. Ну, холодной воды, по крайней мере. А уткам нет, им все равно. И я знаю, они и зимой купаются, что вода даже не замерзает, они вечно плещутся. Вон, а чистые какие становятся. Вот посмотрите, первое видео. Гляньте, перевернулись. Первое видео про уток. Они там такие чумазые, грязные, вот белые две. А после того, как они искупались первый раз, они чистые, белоснежные стали. Ой, сегодня у них прям вообще купательный сезон. Они что-то и переворачиваются, и все, что им угодно. Вот так удобно. Выкопали углубление, и все. И утки, гуси обеспечены водоемом. И только мы их выпускаем. Сейчас покажу. Вон оттуда вот. И они сразу же бегут купаться. Ну, я вам показывала, как тут система работает вся. Вот там куриный загон, я открываю калитку, они бегут сюда, и здесь пробегают и в эту дырку. Утки тоже через куриный выходят, их же там дальше, вольер. И они прям тут плавают, не достают до дна, а гуси достают, гуси тут плавать не могут. А бывает, как гуси вот так носятся по кругу и брызгают. Посмотрите видео, гуси резвятся в луже называется. Увидите, как они там делают. И вот утки также бы иногда. Мокрые все. А вон они, гуси стоят. Что-то там вытирается и мокрые. Походу тоже искупались, пока я не видел. Я-то их выпустил и пошел к уткам. Выпускать их там надо было еще покормить их, поэтому пока видно все делала, они тоже искупнулись. Потому что сегодня, в принципе, не так холодно. Даже солнышко, вон, видели, выглядывало. И сейчас вон уже идут сушиться, выходят потихоньку. Маленький мой. Утя. Все, сейчас будут сушиться, потом пойдут травки пощупают и еще пойдут плавать. Они обычно уже второй заплыв вот так не раздеваться, а просто залезут, плавают, там травку ищут.
Давайте курочек покажу. Вот это уже, наверное, тоже несется. Видите, какой гребень. И три пальца уже тоже между костями. Вот она тоже беленькая, несущаяся. У многих уже начали тоже расти гребни. Вон, например, красная. У него был маленький-маленький гребешок. А начал расти, тоже, скорее всего, скоро занесется. О, гуси. Ну, гуси траву обожают. Давайте подойдем к ним. Надеюсь, они кричать не будут на нас. Не кричите, пожалуйста, гуси. В общем, утки купаются, а гуси они не такие. О, сейчас улетит. Так, а кто есть кто? Я что-то запутался. Иди сюда. Грязная тоже все. Искупайте вон курицу. Балбесы. Вот такие вот дела у нас тут. Вот так вот каждый день. Выпускаю всех. Сначала докормлю, потом выпускаю. И они все бегут. Утки, куры и гуси. Вот они. Красавцы. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем пока!